Беларусь и Россия приняли союзный бюджет на 2023, почти 6 миллиардов российских рублей. Эти средства пойдут на реализацию 4 программ и более 30 проектов в социальной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, космосе, а также военно-техническом направлении. В стране к концу пятилетки планируется построить около 2 миллионов квадратных метров домов на электричестве. Эта задача в приоритете для строительной отрасли. Что касается следующего года, будут увеличены объемы ввода в эксплуатацию жилья с господдержкой. В Беларуси уже со следующей недели заработает закон о штрафах за необоснованное повышение цен. В накладных должны указываться данные о стоимости, особенно на товары, наценки которых регулируются государством. Физлицам грозит до 640 рублей, для ИП и юрлиц – до 10% суммы конкретной операции. Из-за оттепели лед на водоемах страны стремительно тает и разрушается. А свод рекомендуют отказаться от зимней рыбалки. Опаснее всего ловить рыбу на реках с быстрым течением. С начала зимы уже утонули десятки человек. В Бобруйске с 23 декабря заработают елочные базары. Приобрести символ Нового года можно на Социалистической, Минска 54, Интернациональной 22. Всего 9 адресов. Стоимость будет варьироваться от 7,5 до 30 рублей. Время работы с 10:00 до 19:00.